Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы он... Ладно, хватит. Короче, пуху была не была. У меня сегодня это первая интеграция с Nike. Но вы на канале Nike Air. Готов? Мне не сложно, ребят. Реально, если надо, мне не сложно. Поехали. Упражнение называется «Березка». Берем под голову, заправляем, чтобы не видно было мой живот. Там не было живота, там было просто все идеально. Примерно вот так вот. Фигура просто ебнутая. Бля. Поехали. Че, думали, я, блядь, не могу? Ну вот, че, вопросы есть? Я помню этот момент, вот этот... Это реально был хруст, как у меня болела шея, блять. Как же она у меня болела недели две, просто невероятно. Ай, блядь. Бля, по-моему, не очень рекомендуется делать это все вот так вот на голодный желудок. Не на голодный желудок, а без разминки. Короче, это была «Березка» на канале «Березка ТВ». Этот выпуск заканчивается, никаких фактов, никаких анекдотов от папы. Всем пока. Спасибо за просмотр. Блять, что ты реальный, когда... Ой, ну все, повеселились. Точнее, повеселился. И хватит. Димка, давай вставочку. Ё-моё, блин, «Березка ТВ» нахрен. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женёк или просто «Березка ТВ». Боже мой, как же это не кринжово. Супер! С вами Педро, все тот же постриженный, радостный и перебавлевший огромную жесткую эпидемию. Болезнь была по всей России очень сильная, я ее выдержал, и я здесь. Мы сегодня с вами смотрим «Беременна в Сикстин», а именно третий сезон. Пятый выпуск, Анастасия Тверь. Вы не набрали 45 тысяч лайков, что, конечно же, невероятно сильно меня радует, поэтому серию мы смотрим сегодня, а не вчера. Вот такие вот пироги. Спасибо, ребята, это было действительно сложно набрать 45 тысяч лайков, прекрасно понимаю. Очень много кто рекомендовал данный выпуск, я его все как-то пропускал, но решил посмотреть. Не знаю, что там стоит ждать от него, но раз рекомендовали, наверное, там будет какой-то трэш. Также хотел бы в этом ролике замечательном разыграть, конечно же, вот этот шопер. Пожалуйста, взгляните на фотографию. Раз, два и три, как вариант. Он очень мягкий, это не принт, это вышивка. И это смотрится, ну, как мне кажется, бесподобно. Поэтому все, что нужно сделать, чтобы его выиграть, поставить лики, написать комментарий и быть подписанным на канал Женек. Я подведу итоги розыгрыша. Но постараюсь просто в Телеграм все вместе сразу же сделать. И прям там сразу же модератору сможете написать, чтобы я это отдельно в роликах не делал, чтобы не пропустить итоги. Телеграм-канал будет по ссылочке в описании. Некий канал, самый уже быстро падающий канал в СНГ уж точно. Люди отписываются, ну и ладно. А, ну, конечно же, по ссылке в описании мерч, там вообще целая коллекция, поэтому кто не любит вот эти вот розыгрыши, ждать чего-то там у моря погоды, переходите, прикладывайте банковскую карту, реквизиты на сайт, и все. Ждите посылочку, ё-моё, блин, себе, любимому или любимой, или подарки каким-нибудь близким. Ребят, сами решите, лезть не буду в ваши дела семейные. Вот. Я желаю всем приятного просмотра, самых-самых-самых-самых позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. Давайте навалим 1040, и мне будет просто приятно. Поэтому напрягите свои толстые пальцы, пожалуйста, и потратьте секунду времени. Сколько раз я это уже буду повторять? Неужели просто тяжело взять и нажать просто один раз на этот... Вот этот вот кадр. Ой, это какой класс у нас? Давайте сразу удивите меня. Шестой, правильно понимаю? Пятый, переход в шестой. Ну, переход в седьмой, ну не выше. Да, самое время поулыбаться. Ты попала в реалити, все круто. Привет, меня зовут Настя, мне 16 лет, и я из города Тверь. Но в Твери я живу не так давно, всего 3 года, а выросла на юге России, в Ростове-на-Дону. Родилась в полной семье. У своих родителей я второй ребенок. Разница в возрасте с... Ну, можно было просто сказать.
Кто зевнул, напишите, что вы тоже зевнули. Это очень важно для статистики моего канала. Можно было просто сказать, родилась в папе. И сейчас все такие, what the fuck? What do you mean, man? Ростов — папа, Одесса — мама. Ребят, всегда это должно быть где-то тут, в сердце. Моим старшим братом Сашкой всего один год. Какого же кринжа навалил? Боже ты мой, а! Поэтому в детстве мы с ним были не разлей вода. Откуда вы вообще эти фотки? Так это в Ростове, это мы в парке гуляли. Деловая такая. Посмотри, какой Сашка. Глядя на эти фотографии, мне кажется, что у меня была счастливая семья. Но на самом деле это не так. И все из-за отца. Он пил, изменял маме, они постоянно ругались и доходило даже до драк. Было такое, что как бы не то, что прям избивал, ну были такие какие-то пощечины. Выяснение отношений не помогли сохранить. Ну, и опять виноваты мужики. Ну ладно, это уже, видимо, мусолить нет смысла. Ну дай в ответ Осуждаю все. Хранить семью. И когда мне было 2 года, а брату 3, родители разошлись. Мы с братом стали жить с мамой на съемной квартире, а папа уехал в родительский дом. Каждые выходные он приезжал к нам и забирал гулять. И все было хорошо, но одна такая встреча с отцом разделила мою жизнь на до и после. Папа приехал к нам в гости, там подарки привез, еще что-то. И сказал то, что возьмет нас погулять. В итоге получилась такая ситуация, то, что папа меня, короче, через соседку отправил домой, а Сашку забрал к себе. Получается, что папа украл моего брата. Ну, это можно будет чисто потенциально в названии использовать. Беременна в 16, украл сына. Все такие, в смысле украл? Ладно, бог с ним, нажму! Мама не могла забрать Сашку около месяца. Приезжала домой к папе, грозилась судом. Папа тоже говорил, что будет бороться, чтобы сын жил с ним. И во время этих разборок Сашка постоянно плакал. Ребенок хотел и со мной, и с ним. Он говорил, я хочу с вами. Естественно, сходиться, ну, это тоже мучение для детей. Ничего хорошего из этого не выйдет. И в итоге мама приняла решение, чтобы мой старший братик жил с отцом, а не с нами. Посоветовались с юристами, чтобы, ну, все-таки дети — это не кусок мяса. И делить их как-то там, разрывать. То есть учли интересы детей. То есть все-таки мальчик, ему больше нужен папа. А я так не считаю. Да, а девочке папа абсолютно не нужен. Все, вот так вот и надо действовать дальше, ребят. Если вдруг расходитесь, мальчика к отцу, девочку к себе, потому что девочке нужна девочка, то есть мама, мальчику нужен мальчик, то есть папа. Все, очень просто. Блин, а я даже раньше как-то над этим не задумывался. А действительно, ведь так и есть. Да, я очень люблю своего братика и в детстве была к нему очень привязана. В разлуке с Сашей мне было очень тяжело. Мне было обидно то, что ну почему мы не можем жить вместе. И от этого мне было больно. Мама... Да, у меня снова только одни и те же мысли. Просто каждый ролик, если попадается вот такая вот героиня, которая выглядит как моя сестра Соня. Как это возможно? То есть просто на синхроне сидит дитё. Просто молоко еще на губах вот. Говорила, что ей тяжело финансово тянуть 2 детей. Она работала продавцом в магазине, а папа разнорабочим на стройке. Мама обещала, что как встанет на ноги, сразу... Нифига у нее волосы. Извините, ребят, я просто, ну, вы сами говорите, прикольно, вот когда там ты настоящий. Вот я настоящий, я зеваю. Не отписывайтесь прям скупом, хотя бы по чуть-чуть, ладно? Заберет Сашу. А я так и не договорил, волосы прикольно просто стоят, как будто, знаете, их нарисовали. А папа разнорабочим на стройке. Мама обещала, что как встанет на ноги, сразу заберет Сашу. Но этого так и не случилось. Когда мама начала зарабатывать в магазине больше, братик уже пошел... А знаете, говорят, когда зеваешь много, я спать не хочу. А почему зеваю? Воздуха не хватает. Пойду открою балкон. О, свежий воздух. Извините меня за выражение. Попер просто. Изо всех щелей. Бомбезно себя ощущаю сейчас. Бля, я прям наполненный какой-то, охереть. В садик, где у него появились друзья. Мы хоть и жили в одном городе, но в разных его концах. И Сашка не захотел переводиться в садик около нашего дома. А мама из-за работы не могла его отвозить так далеко, поэтому Сашка сам не захотел с нами жить. Если бы вернуть время назад, было бы все по-другому. Я бы билась до последнего. Я бы не знаю, я бы зубами землю грызла. Я бы не знаю, что я сделала, но ребенка бы я не отдала. Я считаю, что да, я должна была бороться.
С братом я сейчас общаюсь, но не так часто, как бы мне хотелось. Саше 17 лет, он учится в Ростове-на-Дону в морском колледже. Живет в казарме. Мечтает стать моряком дальнего плавания. Мы не виделись с ним 3 года, и больше всего я мечтаю, что однажды он ко мне приедет. Да я бы, наверное, не знаю. Ну, первое, что я сделала бы, запрыгнула бы на него в объятиях, начала бы плакать, говорить о том, что вот как я скучала, как мне тебя не хватало. Я очень скучаю по Саше. А вот с родным отцом вообще не общаюсь. После того случая, когда он забрал брата, он вообще забил на меня и начал дальше гулять. И по факту моего брата Сашку воспитывали бабушка с дедушкой. Но в моей жизни... Ну да, такой отец — это, конечно, полный пиздец. Надо было, видимо, реально выгрызать землю, но не отдавать. И появился настоящий отец. Это... Я что-то на секунду отключился, забыл, что он там бухал, пощечины давал. Ну, очередной ебан. И думаю, ну, забрал, воспитывает. Ну, решили так, ладно. Типа, если там нормальный батя, ну, как бы, знаете, даже чуть-чуть мужской солидарности включается. Типа, ну, имеет же он право жить с ребенком? Имеет. И я уже думаю, чего они докапываются? И потом я вспоминаю, что это просто дебил, который бухает. Это мой отчим Леня. Ему 44, работает таксистом. Мама познакомилась с ним, когда мне было 3 года. Со временем они начали жить вместе, а через год мама забеременела, и у меня родился братик Жора. Ну, Жора, прикольно, это имя уже не слышал 100 лет. Отчим ко мне относился как к родной дочке. Вы вообще хоть раз видели, типа, ребята, привет всем, вы на канале Жора, и с вами Жора, и вообще нет. Там и поддерживал меня, и помогал мне во всем, и заступался за меня. С отчимом у меня прекрасные отношения. Помню, как в детстве мечтала о модельной школе. Но единственное, блин, ребят, я не знаю, я недавно для себя открыл, вряд ли кто прям видел, но может быть, этот герой, блин, как его? Жюрик Вартанов, видели? Вот это вообще, блин, усыкалово, реально. И он мне ее оплатил. Я ходила туда 5 лет, и все было хорошо. Вот только со временем его отношения с моей мамой начали портиться. И виной тому алкоголь. Наверное, 7 лет. Я могу сказать, что наша семья была вообще идеальна. Потом, ну, тоже выпивал. Не избивал пьяный, там, был не буйный. Просто само по себе мне не нравилось, что он пьет. И отношения стали... идти на спад. Я с каждым годом все больше и больше ощущаю вот это вот омерзительное влияние алкоголя на людей. Я просто раньше над этим никогда не задумывался, наверное, как раз таки из-за просмотров шоу и так далее. Типа, сколько на самом деле проблем из-за алкоголя? Это же просто пиздец. Вы можете просто вдуматься, сколько семей... Ну, то есть у меня... Я до стальки досчитать не смогу. Типа, если прямой эфир включу на стриме, я не смогу этого сделать. Какое количество людей страдает просто из-за того, что люди... Ну, там вариантов миллиард разных, почему они пьют. Но в целом просто это такой яд ебаный. Это, ну, хочется все равно сказать, что типа слабые люди, которыми правит алкоголь. Все. Это просто жесть. Семьи рушатся, дерутся, блядь, преступления какие-то, ой, блядь. В этот момент знакомая мама предложила ей хорошую работу в Твери, и мама приняла решение поменять свою жизнь, развестись с Леней, забрать нас с Жориком и уехать жить в Тверь. Эта работа была старшим продавцом в магазине. Это была хорошая финансовая, даже несмотря на то, что мне там тут снимать жилье. Я никогда не отказываюсь от подарков. Да, я, конечно, могу стать амбассадором одной девушки, но это, конечно же, гораздо будет дороже. Альфонс, это... Ой, иди на, пожалуйста. Может, он амбассадором стать? Супер, принял. Спасибо, буду знать. В Ростове. И с отчимом расставаться я не хотела. Но мама настояла на своем. И вот уже 3 года мы живем тут. Снимаем 2-комнатную квартиру. Сейчас Жорик ходит в 4-й класс, а я заканчиваю 9-й. После школы думаю поступить в Министерство внутренних дел. Денег нам на все хватает. Мама зарабатывает около 40 000 рублей в месяц. Вот только из-за работы она уделяет нам с братом мало времени и часто просит меня делать, как я считаю, ее работу. Настя, помоги Жорику сделать уроки. Я сделала свои уроки, почему должна еще ему что-то делать? Чтобы я же сама сделала. Чтобы хотя бы помочь мне. Ну, пускай сам сделает. Ему тяжело делать самому.
Мам, я каждый раз ему помогаю. Есть ГДЗ, 100 раз говорил. Откройте, пожалуйста, в интернете ГДЗ, и пусть он Жорик просто спишет один в один. В чем проблема? Я 100 раз так делал, никак это ни на что не повлияло. Да, возможно, я бы сейчас был экономистом просчетливым, хорошим. Да, у меня, возможно, мозг не так работает, но я списывал и был рад. В итоге я учусь за двоих. Настя, так не учись за двоих. Хорошо, я тогда вообще... Фу, хорошо, что носки были чистые и белые. Yes! Учиться не буду. Меня бесит такой расклад. Был бы отчим рядом, мне бы не пришлось возиться с младшим братом. И вообще, я очень скучаю по нему. Нахлынували такие теплые... Да, прикольно, что она скучает по отчиму. Знаете, как правило, есть какой-то отчим, и дети его ненавидят. Ну, это такая, знаете, общая картина, стереотипы, мифы, я не знаю, как хотите это называйте. По крайней мере, в выпусках точно. А тут, я очень сильно скучаю по отчиму. Был бы он, было бы все иначе. Было воспоминание, вот то, что мы там вместе пошли там на пляж, поехали на море. Естественно, я по всему этому как бы, да, скучала. Реально было плохо. Все эти 3 года мы созваниваемся с отчимом несколько раз в неделю. Блядь, хера себе, я вообще не слышал реально, чтобы кто-то с отчимом так хорошо общался. Ну ладно, это, наверное, крайне-крайне редко. Я все же надеюсь, что когда-нибудь они с мамой снова будут вместе. Но мы... Да, как и с папой, они резко бросят пить, и все будет хорошо. Надежды рухнули. Мама нашла себе нового мужчину. О, да, давайте. Точнее, парня, который на 17 лет ее моложе. Ребята, а вот тут уже интеграция, передача, неравный брак. Тоже смотрите хорошо. Кроме, конечно, последней серии, естественно. Но в целом были достойные просмотры, а тут у нас 2 в 1. Беременна в 16-неравный брак. Вот это уже реально интересно. Его зовут Руслан, и ему 19, а моей маме, на секундочку, 36. В кафе мы познакомились, он подошел. Ну, как бы я сначала, ну... Как-то... Правильно я понимаю, да? Захотелось 3-го именно ребенка. Вот, там проверять уроки в университете, потом у Жорика. Ну и ладно, слава богу, наша Анастасия делает уроки сама. Неплохая идея. В целом я поддерживаю. Так, я же вижу, что парень молодой. Молодой, сумочка вот с этой поясной кондукторской. Ё-моё, блин. Ухватила просто, блин, молодую кровь в Твери. Как-то вообще, ну, привет. Ну так и познакомились. Когда увидел ее первый раз в глаза. Опа, Руся, ёпты, тише, Русланчик. Привет, привет. Очень хорошо выглядит. Они мне очень... Рукава бы я сделал чуть-чуть короче наверх. Видите? Вот на стоп-кадре. Вот так бы их сделал, чтобы они как крылья были просто по бокам. От плечей прям как вот... Очень хорошо смотрится, Русь красава. Понравились ее улыбка. И я предложил прогуляться. Она согласилась. Ну, не сразу, конечно, но согласилась. Я не понимаю, как она могла познакомиться с малолеткой чуть старше меня? Да и он о чем думал? Она же взрослая женщина, у которой есть взрослые дети. О чем мог думать 19-летний парень, который, блядь, больше всего любит на различных черно-желтых сайтах набирать категорию милфы? Ну, о чем он мог думать? Зачем эти вопросы вообще задавать? Все понятно. Он потом приходит, друзьям рассказывает, типа... 36, я ее просто наваливаю, она уже на опыте, ну типа мне с ней прям реально комфортабельно. Бля, чуваки, я говорю, милфы, это только за ними будущее. Наличие детей Лены меня вообще не испугали. Для меня в моей жизни возраст не особо играет значение какое-то там важное. Ну старше. Ну а почему бы и нет? Через месяц... Видите, он уже в 19 и уже проработанный, открытый. Я таких людей называю просто open mind. Супер. Месяц после знакомства мамы с Русланом они начали встречаться. Для моей мамы, как оказалось, возраст совсем не важен. Ну, возраст — это всего лишь цифры. Можно быть счастливым с 19-летним и несчастным с 50-летним. То есть для меня цифры — это не показатель. Для меня показатель — какой человек. А человек, по мнению мамы, он классный. В свои 19 лет живет отдельно от родителей, снимает однокомнатную квартиру и сам ее оплачивает, работает в строительной сфере, заливает фундамент в домах. Сейчас нигде не учится, а его родители живут в городе Удомля, что в 200 километрах от Твери. Они ничего не знают об отношениях его с моей мамой. И для меня это неудивительно. Это все равно, что я пойду к маме и скажу, что встречаюсь с первоклассником. Когда я с ним познакомилась уже, ну, естественно... Это смешно. Я маме говорила: мам, ну ты чё? Ну просто, ну парень. Ну как, ну мой брат. Естественно, у меня первая мысль о том, что, ну ему ещё гулять и гулять.
Я переживала, что Руслан очень скоро бросит маму. Но случилось наоборот. Мама стала проводить с ним все свое свободное время. Куда ты собираешься? На Руслан на свидание пригласил. Мам, ты каждый день на свидание ходишь. Это проблема какая-то? Мам, у тебя есть мы. И ты каждый день с ним, а не с нами. А с вами я всю жизнь. Мне не обидно, что она там не понимает, как-то пытается свои условия... Ну, давайте так. У Елены Петровны некоторое количество времени сейчас будет занято Русланом. Вот она захотела вот такой вот глоток свежего воздуха себе в жизнь впустить, так сказать. Ну, Елена Петровна, цифры — это не главное, поэтому двигайтесь дальше без повода туда, туда, где мерцает свет, свет вашего города. Ставить. Я просто понимаю, что она еще ребенок. Я просто жду тот период, когда у нее это перерастет. А это перерастет. Я на пару часов ухожу на свидание. Я не хожу туда на сутки, на неделю, на месяц. Ну, думаю, ты достаточно взрослая, чтобы 2-3 часа я могла позволить себе уделить на свою личную жизнь. Мне еще больше нравится, как наша Настя говорит, типа, ему 19 лет, ему еще гулять и гулять, ну вот чем она думает? Но при этом мы смотрим передачу «Беременная в 16», где со 100% вероятностью сейчас нам скажут, что Анастасия беременна от какого-нибудь балбеса, которому лет 18, 17, 19, которому тоже, кстати говоря, еще гулять и гулять. Меня раздражает то, что мама так много времени проводит с Русланом, ходит там куда-то, еще что-то. Когда я ей говорю, чтобы, ну, она побыла с нами, она там с ним. Сейчас у нее есть только своя личная жизнь, а про меня она как будто бы забыла. О, Рус пришел. Руся! Привет. Спасибо. Привет, Настя. Пока. Пока. За пока бьют бокал, лучше до свидания. Ёпта, Настя, базар фильтруй. С появлением Руслана мы отдалились, такое впечатление, как будто он, ну, увел ее от меня. И из-за этого, ну, возможно, такая небольшая ненависть у меня к нему, естественно, есть. А вот мой младший брат Жорик обожает Руслана. Они гуляют иногда вместе, и Жорик считает его своим старшим братом. Бля, прикольно. Просто Жорик лег между, обнимаясь со всеми. Руся, блин. А мне не нужен старший брат. Он у меня уже есть. И мама его бросила. Как бросит, наверное, и меня, когда узнает, что я беременна. Беременность была для меня полной неожиданностью, ведь задержки никакой не было, не тошнило. Я жила обычной жизнью, но в один момент что-то пошло не так. У меня дома очень сильно начал болеть живот. Мама, естественно, вызвала скорую. И когда меня туда забрали, мне сказали, что подозрение на острый аппендицит. В больнице я с мамой провела всю ночь, а утром ей срочно нужно было уехать на работу, а меня отправили на осмотр к врачу. Поработать с Русланом с утра нужно было. По результатам осмотра я выписываю вам направление на УЗИ. А зачем УЗИ? Чтобы подтвердить беременность. В смысле беременность? Ну, судя по вашим симптомам, вы беременны. Ну, у меня вообще шок. Я думаю, что как? А где этот Д'Артаньян, кто оплодотворил, так скажем? Где он? Кто это? Руслан, может быть? Это вырезать, Дима, это все подрезать. Что, правда, я уже всю маму, что ли? Ну все, ну это пипец. Но я решила не расстраиваться раньше времени и сходить сначала на УЗИ. Если острый аппендицит не подтвердился, то может и с беременностью проникнуть. А нет, там на скрининге ребенок уже. Ё-моё, блин, дотянули же, а. Сначала я мельком глянул, думаю, реально похоже на аппендикс, потому что я там смотрю справа через голограмму, короче, там внизу. Есть, короче, функционально обязательные рычаги, да, которые сопутствуют непосредственно скрининговому аппарату, и ты как бы поглощаешься, и вот я вижу. Да, аппендикс, возможно. Но там же я же вижу плод по центру. Ну, что вы меня тоже лечите-то, ёпта. Несет, но не пронесло. У вас 14 день беременности. Да, да. Я хотел сказать 13. Ладно, хер с ним, 14 месяцев. Да ну нет. Плод большой, поэтому ошибки быть не может. Я не понимаю просто, что делать. Ну все, ну пипец, жизнь закончилась. Ну, остается только ждать, пока там не рожу. Пока она закончится. И все.
Горение — это больше, чем бытовая техника. Горение — это реально, ребят, больше, чем бытовая техника, поэтому мы это пролистаем, потому что это и так всем понятно. Горение делает жизнь проще. Это факт. Реально делает жизнь проще. У меня вся техника от горения. Я прям сейчас просто на простоте какой-то двигаюсь. Я даже не думала об аборте. Это точно не вариант. Потому что знаю, в семье моего парня аборт — это грех. Асад мусульманин, ему 20 лет, и он узбек по национальности. Мне кажется, он меня зацепил своим характером. Такой строгий, но в то же время нежный. Своей добротой. То, что он очень добрый. С первого взгляда она мне понравилась. Она была скромная, такая застенчивая. Он и хорошая девушка. Но пока что Асад максимально добрый парень. Как раз есть смысл делать выводы. Прошло 3 секунды. Она мне понравилась как человек. Мы начали встречаться. Никогда не думала, что так влюблюсь. Но рядом с ним я чувствовала себя особенной. Он меня знакомил со своими друзьями. Он говорил, что вот это моя будущая жена. Мне это все было так приятно слышать. У меня, ну, внутри, ну, типа, угу. Ну, бабочки, бабочки, я понял. Вот, а, ну, это я его будущая жена. Асад говорил, что мы скоро поженимся. Я рожу ему сына. Он будет обеспечивать меня и носить на руках. И я понимаю, что это правда. Ведь Асад трудолюбивый, закончил 11 классов. Сейчас нигде не учится, но работает. Ремонтирует крыши многоэтажных домов. Вам не кажется, ребят, что судьба Асада и Руслана одинаковая практически? Что-то там закончили, никуда учиться дальше не пошли и работают. Только не знаю, к чему это сказал. Ладно. Получает достаточно, балует меня и помогает своей маме, с которой, кстати, познакомил меня. Это Настя. Угу. Настя, это моя мама Гуля. Угу. Очень приятно. Сколько тебе лет? 16. Ты русская? Ну, да. Нет, она не русская. А ты нас обычаи знаешь? Ну, да, мне Асад рассказывал. Угу. То, что девушка должна дома постоянно сидеть, готовить, убирать, маму слушаться. Угу. Вот. Это я даже захотел переслушать сейчас, секунду. Рассказывай. Да. А ты нас обычаи знаешь? Перевожу. А ты наш обычай знаешь? Ну да, мне Асад рассказывал. Угу. То, что девушка должна дома постоянно сидеть, готовить, убирать. Маму слушаться. Блин, это на самом деле прикольно. Если не трудно, напишите, кто хотел бы в таких обычаях. Я-то к этому отношусь вообще супер открыто. Я считаю, что это наоборот даже так должно быть. Вот, поэтому дайте какую-то ОС. ОС это расшифрую, да? Обратная связь. Хотели ли бы вы именно быть должной, убираться, слушаться маму и быть дома? Вот, если не трудно. Спасибо. Угу. Вот. Ты согласна? Ну да. И самое главное — это осознанно к этому подойти. Согласиться, принять и прожить так счастливо всю жизнь, что-то делая по дому. Вот. Так, слушаем дальше. Я не согласна. Я хочу вот нашу девушку. Я хочу свадьбу делать. Да ладно, мам. Она девушка хорошая. Ну, поживем, увидимся. Но я не согласна. Я не согласна. Она девушка хорошая. Ну, хорошо, поживем, увидимся когда-то. Я не согласна. Вообще, эту девушку не хочу. Просто она мне не нравится. Русские девушки, у нее голова только на улицу гулять. Ну, у нас не принято такого. Маме Асада 44. Почти всю жизнь она прожила в Узбекистане. А в Россию переехала 12 лет назад, так же, как и моя мама, на заработки. На родине жизнь у тёть Гуля не складывалась, терпела побои мужа и скандалы в семье. Ну, у меня не постоянный бил, просто как бы бывает же на семью. Скандал это, вот так. Мне нравится вот эта вот оговорка. Ну, он, если что, как бы там не было такого, что да, там на постоянке он меня калашматил. Иногда просто за какие-то там проступки. Муж тёть Гули не работал и много пил. Ей самой приходилось поднимать на ноги двоих детей. Асада и его брата Азиза, который старше его на 2 года. Работа нет. Если работа нет, деньги нет. У меня там 2-3 квартиры. Я сдаю, все равно меня не хватает. Ну там жить тяжело. Вообще тяжело.
Поэтому тетя Гуля и уехала в Россию в поисках лучшей жизни. Интересно, почему она сказала 2-3? Типа она не уверена, 2 или 3? Или 2-3 это 23? Но если 23, должно хватать. Но без детей. Тогда Асаду было 8, брату 10. Они остались дома с отцом, а тетя Гуля зарабатывала деньги. Работала продавцом в магазинах, без выходных. Асад вспоминает время, проведенное без мамы, как худшее в своей жизни. Мама перечисляла папе деньги постоянно. Папа за эти деньги выпивал, ходил там гулял. Ну, наверное, он не выпивал эти деньги. Он покупал на них алкоголь и выпивал. Вот, ну, утверждает то, что он выпивал деньги. Как ты выпьешь деньги? Тоже фасад включи хоть этот здравый смысл. Ну. Нам было нечего есть, нечего одевать. Я ходил в рваном одежде. И брат... Так было в жизни Асада 2 года, пока его мама не приехала на родину и не увидела, в каком состоянии ее дети. Долго не думая, забрала Асада с братом и уехала обратно в Россию. Со временем заработала на свой бизнес, купила продуктовый магазин и 3-комнатную квартиру. Сейчас они живут там вместе с Асадом, а его... Нормально звучит. Переехала, взяла 3-ку, бизнес открыла. Старший брат Азиз учится в Питере, в политехническом институте. О, политех — это сильно. Молодец. С мужем тетя Гуля не развелась. Но он остался в Узбекистане. Больше всего на свете тетя Гуля желает счастья своим детям, а именно, чтобы они женились на мусульманках и соблюдали национальные традиции. В идеальном варианте, но у нее не вышло. Женщина должна дома сидеть, стирать, уборку делать. Должна это мужу ухаживать. Даже я вообще про Настю слышать не хочу. Ладно, можно я просто не буду ничего из этого комментировать? Просто вот. Ну хорошо, супер. Не только тетя Гуля против наших отношений. Моя мама, конечно, не такая категоричная, но Асад ей тоже не нравится. И тоже из-за национальности. Я все-таки для своей дочки хотела, чтобы у нее был мужчина ее национальности, ее вероисповедания. Я уважаю другие национальности, ничего против не имею. Но все-таки ей будет проще и легче с тем мужчиной, который разделяет ее взгляды на жизнь. Но мне все равно на мнение наших мам. Тем более, что я теперь беременна. Как только я узнала, что в положении, решила рассказать об этом своей лучшей и единственной подруге в Твери, Полине. Моей однокласснице, как только я перевела... Ну, то есть считай, как рассказать всем, скорее всего. ...в ее школу, мы с ней постоянно вместе. Но с появлением Асада в моей жизни стали реже общаться, так как Асад очень ревнивый. Полина, она любит погулять, потусить... У нее круг общения практически как бы заключается в одних парнях. И Асаду это не нравится. Он считает то, что если Полина гуляет, то и я пойду гулять. Ну, с мальчиками. К слову, Асад Полине тоже не нравится. Она считает, что Асад слишком ревнивый. И отношения с ним ни к чему хорошему не приведут. Настя просто глупая. Я ей объясняла это. Объясняла не только я. Мне нравится, объясняла, что она глупая. Ее мама. Пройдя по улице, он даже ей говорит, если она оденет что-нибудь, ну, обтягивающее, все, паника начинается. Что-нибудь посвободнее одевай, у тебя обтягивает вид на попу. С чего вообще все начиналось? Ты и я, и организовала. Я рекомендую вам просто 15 интеграций в пи***ре в ролик, чтобы мы просто смотрели рекламу. Но кто бы что ни говорил, это мой выбор. И я люблю Асада, тем более, что теперь у нас будет ребенок. У меня для тебя есть новости. Рассказывай. Я беременна. В смысле? Ты уверена? Ты чё? Чё, что ли? У меня, честно, такой шок. Серьезно, я подумала, вдруг она шутит как-то. Она говорит, нет, я на УЗИ ходила. Я такая, может, аборт все-таки, но она маленькая еще. Ребята, охренеть, смотрите. Просто того рот, смотрите. Держу бутылку, отпускаю. Она у меня просто на руке держится. Охренеть. Ладно, это я после ролика уже посмотрю, что с моим с организмом случилось. То есть ей надо было отучиться, вот. Она такая, нет. Офигеть. Я не знаю, что сказать. Кто-то кроме меня еще знает? Нет. Не нужно это все скрывать, надо все рассказать, не тянуть с этим. Все будет хорошо. Не надеюсь. Но все равно страшно. Мне было страшно, как я буду в 16 лет с маленьким ребенком на руках, что с учебой делать, как отреагируют родные на то, что я в положении.
Но Полина... Тут еще нужно было добавить и с фасадом. Вот с ребенком на руках, и с фасадом, и с его мамой. Права, затягивать не стоит. И нужно всем рассказать. В этот же вечер я поговорила с Асадом о своей беременности. Фасад и брат с политехнического университета, за что, кстати, выражаю большой респект. Если вам вдруг какие-то мои шутки не понравятся, и вы вздумаете решить вопрос кулаками, даю обещание публично перед всей аудиторией. Судиться буду до конца своих дней, вкладывать все свои накопленные деньги в лучших адвокатов. Не портите себе жизнь, пожалуйста. Да, вы можете меня встретить на улице. Да, вы можете меня там побить. Да, вы можете мне кинуть какую-то угрозу. Но всегда думайте о последствиях. Включите свою голову, посмотрите на это, ухмыльнитесь, скажите: дурачок толстый. Сидит, что-то там говорит, и занимайтесь своими делами. Потому что вы не представляете, какая я мразота. Ко мне лучше даже не подходить. Не на метр. Понятно? Спасибо. Для меня это не шок, но я рад этому. Почему бы нет? Я решил, что я буду работать, стараться. Я хочу, чтобы у моего ребенка, сына или у дочки, было беззаботное детство. Чтобы у нее все было. Затем о беременности узнала и моя мама. Шок. Я ее не ругала, там никак не упрекала, не оскорбляла. Единственное, сказала, что, ну, как бы это рано. Надо выучиться, надо получить хотя бы какое-то образование. Я уже не говорю про то, чтобы добиться чего-то там. Как бы я ей сказала так: решать тебе. Она приняла решение сохранить ребенка, я это решение поддержала. Также в моем выборе рожать в 16... Сделали бы телеканал Ю хотя бы один выпуск, чтобы, знаете, типа, девочка забеременела, и они приняли решение делать аборт, и передача заканчивается, знаете, на тайминге, типа, там, 15 минут. Типа, мы решили делать аборт, все, конец. Меня поддержал мой отчим. Да, шутки у меня сегодня были убойные, ребят, знаю. Не надо об этом даже писать. И брат Саша. А вот как мама Асада отреагирует на мою беременность, я даже представлять себе не хочу. К счастью, я этого не увидела, ведь Асад сам решил рассказать маме, что она станет бабушкой. О, мама верификация, видите, галочка на футболке. Инфлюенсер. Ну, не знаю, как ты это воспримешь, но Настя беременна. Настя беременна? Да. Это твой ребенок, ты уверен? Да, я как бы я уверен. А ты меня очень расстроил. И что собираешься делать? Придется жениться. А я нашу девушку хочу свадьбу делать. У меня мечта есть. Все, ну тебе... вот так получилось, мне же не бросать теперь ее. Ну, надо что-нибудь подумать. Ну, жениться пока тебя рано. Я вообще-то не хочу эту девушку слушать, разговаривать тоже не хочу. Максимально открыто ко всем людям, супер, отлично, это только приветствуется. Посмотрим, что-нибудь думаем. Асад рассказал мне о разговоре с мамой, и что она не в восторге от новости о моей беременности, но и все равно. А я думаю, она вообще не в восторге о том, что ты существуешь. Не с ней же мне строить семью. Так я думала, пока не узнала об одной очень странной для меня мусульманской традиции. В России, допустим, да? Вот женятся и съезжают от родителей, живут отдельно своей семьей. А у нас нет. У нас, допустим, я младший в семье, да? Я должен остаться с родителями. Если у меня есть мама и папа, до конца жизни с ними жить. Все. Но ничего, многие живут со свекровью, и ничего страшного. Вот только сама тёть Гуля против того, чтобы я переехала к ним. Типа русской девушки в их доме не место. Я рассказала об этом своей маме, а она сказала, что разберется. И на следующий день пошла к тёте Гуле на работу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я мама Насти. Я так понимаю, мама Асада. Да. Пришла поговорить, что как бы делать дальше. Угу. Дочь. Мне так нравятся вот эти звуки на монтаже. Так, и что будем делать дальше? Но им надо как-то вместе жить. Воспитывать ребенка. Вообще-то я... Против. Я сколько раз сказала не общаться со своим дочку. Но я, наверное, тоже не в большом восторге от ихнего союза. Угу. Я, в принципе, против, скажем даже так. Что хотите от меня? Я считаю, что им нужно регистрировать брак, регистрировать ребенка я не согласна. И начинать жить вместе. По закону они по обязаны закону, зарегистрировать. По закону, будут ли они жить? По-вашему, вы решаете. А наши нет, не обычаи, я решаю. Наши обычаи они я решают. Решаю. Они не будут. Я бы на месте мамы Анастасии сказал: а, я понял. Хорошо, тогда подаем непосредственно в полицию. Обычное заявление, что девочке 16 лет, и она не давала согласия на все это. Припугнуть? Ну а что? Мы же сериал смотрим. Они еще маленькие. И закон.
Они маленькие они были до того, как забеременела моя дочь. Никого не волнует, что принято у вас. Мы говорим не о народных традициях, мы говорим о законах Российской Федерации, той страны, в которой вы проживаете. Вы сюда приехали, как говорится, жить. Значит, вы должны уважать законы данной страны. А по закону у нас принято, чтобы он женился на несовершеннолетней, оформил на себя ребенка и проживал с семьей. Мама очень долго разговаривала с тетей Гулей. Ничего себе, она, блин, подкованная. Я этого не знал всего. Гулей грозилась, пока не сломила ее. Хотите вы, чтобы они были вместе? Нет. Хочу ли я? Нет. Это не интересует закон. Ладно, хорошо. Ну, пока Пусани живет, посмотрим. Я рада, что маме удалось... Мне нравится, что мама фасада всегда говорит. Посмотрим. Убедить теть Гулю. Я собрала вещи и переехала жить к Асаду. Я хочу, чтобы у нашего ребенка была полноценная семья. Я просто даже себе представить не могу, какая там сейчас будет жизнь у Асада. Анастасия, сил тебе и чего-то еще. Чтобы мы все жили вместе, а не так, как я вдали от отчима. Но в тот момент я даже не думала, что жизнь в мусульманской семье совсем не такая, как я себе представляла. Пошел пятый месяц беременности. Документы со школы я забрала. Куда мне с животом на уроках сидеть? Да я не хочу, чтобы слухи какие-то ходили. Поэтому я хожу в обтягивающем белом платье по центру Твери. Поехали, ребята. Слухов точно не будет. Как-нибудь потом. Но пока не хочу даже об этом думать. Сейчас мысли совсем о другом. Ведь с тех пор, как я живу у Асада, моя жизнь кардинально изменилась. Господи. Теперь каждый день я встаю в 6 утра и вынуждена готовить завтрак Асаду, потому что так принято в их мусульманской семье. Но и это еще не все. Я должна каждый божий день вылизывать полностью квартиру, готовить, убирать, стирать, и это меня напрягает. Напрягает и то, что мама Асада постоянно вмешивается в нашу с ним жизнь, указывает, что и как я должна делать, и это меня жутко бесит. Что готовим? Яичницу. Больше ничего не умеешь делать? Ну, в смысле не умею, просто у нас в семье принято то, что с утра яичницу едят. А у нас не принято так. Надо каша готовить, бутерброд готовить. На работу что он будет забирать? Ну, я бы ему приготовила. Когда? Ну, сейчас вот он позавтракает, и я ему приготовлю. Он опаздывает, пораньше надо вставать. Ну, а куда еще пораньше? Ну, куда-куда, в 3:30 вставать хотя бы, чтобы Асаду обеспечить в контейнерах еду на неделю вперед. Как вот эти вот доставки работают, только вот, ну, тебе надо само это делать. И убрать квартиру, желательно 2 раза в день. Я же ему не жена, почему я должна за него все делать? Ты уже с нами живешь, наши обычаи делай. Она это, не понимает, семья какая, готовить не умеет, стирать не умеет. Это ненормально. Вот вместе живем, ты там. Да, в эпоху стиральных машин как раз вот желательно бы уметь стирать. Вручную, на вот этой вот терке, блядь. Во, супер. Должна все делать. Уборку должна делать, стирать должна делать. Не только не ее вещи, мои тоже. Это обычай наш. Такая. Но я же не домохозяйка какая-то и не уборщица, чтобы за всех все делать. Если любишь... Асада, все. Мне нравится, что Асад все это время просто ест спокойно яичницу. То есть его не парит ничего. Ну хотя, это, наверное, и логично. Что ты должна делать? Все. Ты поняла? Мне кажется, я для нее там, ну, никогда там не стану какой-то хорошей. Как бы сильно я там не старалась, и даже если, мне кажется, я буду вставать в 6 утра, вылизывать квартиру, готовить 24/7 и реально целовать там Асаду пятки, да, мне кажется, все равно для нее там хотя бы какой-то хороший или хотя бы невесткой не стану. Настя, зачем ты разговариваешь с моей мамой так? Я просто хотела тебе приготовить завтрак. Ничего плохого в этом нет. А как она разговаривала с мамой? Она тебе тоже ничего плохого не сказала. Но мне тоже надоело каждое утро есть яичницу. Ебать! Ебать! Ёб твою нахуй! Ой, блядь! Мне тоже много чего надоело, но однако я молчу. Я не буду молчать, мне но не нравится, молчи. Что ты готовишь каждое утро. Я буду. Настя девушка не ответственная. Хозяйство у нее не очень, но у меня так не принято. У меня
меня всегда должно быть все приготовлено, чисто, постельно. Я даже не знаю, как это все комментировать. Ну, то есть, блядь, мне прям больно все это смотреть. Уверен. Настя, у нас есть свои традиции. Уже больше месяца я только и слышу. Традиции, традиции, сколько можно? Мы с Асадом часто ругаемся по этому поводу. По большей части из-за его мамы. Потому что он всегда встает на ее сторону. Я долгое время жил с мамой, и я привык к маме, допустим, да? И я Насте так и сказал, что если станет выбор ты или мама, я всегда выберу маму. Из-за этого мы ругаемся. Все, Настя, я на работу, ладно? Доешь хотя бы? Сама доешь. Сама даешь. Я уже 10 раз пожалела, что переехала жить сюда, но... Так, господи, можно просто съехать. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Ты в своей стране, все хорошо. Домой вернуться уже не могу. Ведь там появился новый жилец, ухажер мамы Руслан. Блять, ладно, хер с ним, Руся занял кровать. Все, тогда уже, ну, надо как-то там обустраиваться. Все, больше мне добавить нечего. Руся, спокойненько отдыхай. Это случилось, как только я съехала к Асаду. Видимо, для этого моя мама и ходила. Мне, кстати, кажется, поэтому мама отреагировала на беременность так, типа, ну, бывает, что я... Что хочет, то и делает, пусть. К Фасаду хочешь поехать? Без проблем, езжай. Руся! Тогда к тете Гуле, чтобы сплавить меня и строить свою личную жизнь. Сейчас я с мамой практически не общаюсь, а мне тяжело и хочется с кем-то поговорить. Полина в школе, позвонить или встретиться с ней не могу. Поэтому, когда Асад и тетя Гуля уходят на работу, я часто звоню отчиму. Тебе позвонила, чтобы немножко пожаловаться, поплакаться тебе. Рассказывай. Я устала уже. Постоянно тут убирать и все остальное. Настя, кого выбрала? Ты когда выбирала, должна традиции было знать. Вы вообще задумывайтесь еще раз. Она звонит отчиму, который пил там, с мамой ругался и так далее, но она ему все равно звонит, спрашивает у него какие-то советы. То есть она не маме звонит, а отчиму. Это реально интересно. Я же не отказываюсь там убирать, готовить еще что-то. Но не так много же, и сейчас беременна. А тетя Гуля и Асад вообще говорят то, что я должна заткнуть рот и молча слушаться. Мне же тоже обидно. Не, ну говори, чтобы он тебе помогал. Терпи там, крепись. Хорошо. Все будет хорошо. Давай, люблю. Да, он точно поможет. Ага, отличный совет. Поцелую. Хорошо, что есть отчим. Без него у меня бы совсем крыша поехала. За последний месяц я только то и делала, что стирала, убирала, даже на улицу гулять не ходила. Ведь женщина в семье Асада должна дома сидеть, а мужчина работать. Я бы с радостью поменялась с Асадом местами. У него на работе хоть друг Саша есть, с которым он время проводит. А я сижу тут как дура в четырех стенах. Ты чего? Настроения нет. А что именно? Да так, с Настей дома проблем. Ну, знаешь, какая-то она не хозяйственная. Что-то в последнее время это все меня достало. Пытался с ней поговорить на эту тему? Пытался, мы постоянно ссоримся из-за этого. А помогать пытался? Куда мне помогать? Я и так с утра до вечера на работе, мне еще приходить домой и помогать, и я не понял. А ты не боишься, что она тебя может бросить из-за этого? Да не бросит она меня, что ты? Да-да-да, 100%, ни в коем случае, конечно, нет, ты царь, естественно. Я все равно ее, знаешь, по-своему ее как-то подстрою, я постараюсь как-то ее изменить. Зачем тебе ее перевоспитывать? Ты же ее должен принять такая, какая она есть. А ответа нет никакого, потому что в программе это не предусмотрено. Ну, в каких-то моментах я считаю, что он зря навязывает ей свои традиции, потому что... Саша, я не удивлен, что ты все понимаешь. Не переживай, все хорошо, можешь не объяснять. Для многих девушек, в том числе и для Насти, это не свойственно. То есть хочется больше свободы какой-то социальной. Я считаю, что подобные обязанности в семье выполнялись обоюдно. Что-то девушка сделает, что-то парень... Да, мне кажется, это нет смысла, на самом деле, сильно мусолить. Ты, типа, либо принимаешь вот эти вот обычаи, традиции и готова полностью туда интегрироваться, либо ты русская девушка, которая хочет там гулять, ходить в зал, фотографировать все в сторис, надевать обтягивающие лосины от какой-нибудь там Насти Мироновой, чтобы все видели твою жопу, и ходить, заниматься какими-то делами, становиться там богатой, открытой, все что угодно. Все, типа, есть просто два пути. Поэтому, конечно, наверное, и мама говорит... мама Фасада, что типа идеально было бы, если бы девушка была нашей национальности. Тогда бы вопросов не было вообще никаких. Но когда вот я вижу подобные ситуации, вот они соглашаются, и практически всегда одна и та же канитель.
Зачем себя мучить? Зачем время тратить? Ну ладно, это я сейчас сижу как этот диванный аналитик. Понятно, что там в моменте тяжело это все понять, но... Главное, чтобы было взаимопонимание. Но я не придумал, как это закончить, вы меня поняли. Внимание. Единственное, что хорошо сейчас в моей жизни, это ребенок. Он уже начал шевелиться, и это прекрасное ощущение. А завтра мы узнаем пол нашего малыша. А сад даже взял выходной, чтобы быть в этот момент со мной. Я очень сильно ждал этого дня. Узнаем пол ребенка. Всю свою жизнь мечтала о пацане, что у нее будет пацан. А вот я хочу девочку. Я сейчас скажу, кто будет, успокойтесь. Я когда шла на УЗИ, я прям Бога молила, ну пускай будет девочка. Ну вот, ну все, ну хочу прям. Как себя чувствуешь? Нормально. Шевеление уже ощущаешь? Да. А кто там? Там пол ребенка видно? Да, видно. У вас будет девочка. Но мне не показали даже скрининг. Ну ёб твою мать-то, а? Ну вот, прям уверена, что будет девочка. Да, можете сами посмотреть. Во, другое дело. Да, девчонка. Девчонка маленькая. 16 недель. Блин, обалденно. Видите? Не вижу. С вероятностью 95% это будет девочка. Ну что ты расстроился? Я не расстроился. Все нормально. Да я не расстроился. Все. Все как идет, пусть так идет. Не расстраивайтесь. Девочка будет у вас здорова. Никаких патологий не выявлено. Не знаю, кого там хочет Асад. Но я безумно рада, что у нас будет девочка. И я думаю, что он привыкнет, свыкнется как-то с этим. И, ну, естественно, не перестанет любить. Ну, девочка, девочка. Ну, ничего же страшного не случилось. Давай лучше придумаем, как ее назовем. Я тебе сразу говорю то, что у ребенка будет узбекское имя. Нет, ну можно же какое-нибудь красивое найти. Лена там, Соня. Я. Да, это как раз узбекские имена. Лена, там, Соня. Мужчине я буду решать, как называть ребенка. Разговор. А это закрыто. Но почему в мусульманской семье все решает мужчина? Где нам жить? Как называть ребенка? Но в тот момент я не знала, что это еще не самые типичные для меня традиции в семье Асада. Продолжает расти живот, а вместе с ним растут и мои обязанности в семье Асада. И кое-что, по идее, растет еще, но почему-то нам об этом не говорят. К готовке и уборке еще добавилась ручная стирка. В квартире сломалась стиральная машинка, и теперь чуть ли не каждый день я вынуждена стирать вещи вручную. Правильно понимаю, в обязанности фасада не входит починка стиральной машины? Наверное, правильно, ладно. Асад, иди сюда. Чё тебе? Бля. Объясни мне, пожалуйста, я ещё долго так буду стоять? Я уже устала. Не хочешь, не стирай. Маму попрошу, она меня постирает. Асад, твоя мама постирает эти вещи, потом мне будет выносить мозг. То, что я не стираю, то, что я не делаю это, то зачем оно мне? Короче, Настя, ты меня достала, все. Нормальный? Может, ты мне поможешь? Сама справишься. Меня бесит то, что Асад мне не помогает и стиральную машинку не покупает. А все потому, что мама не позволяет. Считает, что ничего такого в этом нет, с пузом стирать руками. Я считаю, что мама ему внушила о каких-то вот этих вот ихних традициях. То, что женский пол весь в обязанностях. Я должна убирать, стирать, готовить. А он все, вот он где-то на работе пропадает, неважно, что он делает. Хоть он там, не знаю, цветочки поливает целый день, ну все, он устал. А я тоже устаю от всего этого. Еще и дома должна сидеть постоянно, по их же мусульманским традициям. По ихним уж тогда, говори уж как говорила. Вот Асад должен быть уверен и должен знать, что я вот постоянно дома, что я никуда не выйду. Анастасия, пожалуйста, уезжай домой обратно или к отчиму. Ты же очень сильно любишь отчима. Я думаю, что у нее найдется для тебя местечко. Ни на кого не посмотрю, никто не посмотрит на меня. И все. Но я же не какая-то заложница, и мне тоже хочется иногда развеяться. Поэтому на следующий день я решила забить на все свои якобы обязанности и встретиться с Полиной. Вот это мне нравится. Мне нужна Полина, мне нужен какой-то совет, мне нужно выговориться, поговорить,
чтобы меня кто-то выслушал просто, пусть даже без советов, просто выслушать. Чё, как дела? Честно, не очень. Чё случилось? Знаешь, такое чувство, как будто бы в какую-то домохозяйку превращаюсь. С мамой Сада не ладится, она не принимает, я не прошу меня любить. Но я реально выхожу на кухню, она на меня так посмотрит, типа, вали отсюда. И Асад постоянно орёт то, что вот ты там что-то не сделала, ты там не постирала. Я ему говорю то, что мне тяжело, он мне начинает говорить, и чё, твоя обязанность. Ну так будет всегда, я тебе говорила, Настя. Я тебя с самого начала предупреждала, не стоит, не стоит. Как ты забеременела? Асад понял, что ты от него одеться никуда не сможешь. И он так поступает. С Асадом Настя забыла про себя. Она стала больше по дому. То есть стала готовить, стала убирать. Ну, то есть все делать за Асада. Такой она никогда не была. Чтобы она когда-то не накрасилась и ходила в городе без косметики. Да это камон, такого ни разу не было. Нет. Никогда я такого не видела. Помимо Асада, мне еще не дают покоя отношения с моей мамой. Их просто как будто бы нет. Мы изредка созваниваемся, но не видимся. Она постоянно со своим парнем Русланом. А я не хочу быть третьей лишней. Представляете, просто какой у них там сейчас конфетно-букетный период с этим Русланом. Кошмар. Они просто, мне кажется, валяются вот на этом диване, как нам показали. И бесконечно сосутся. Жора, я не знаю, как он там уроки делает. Ну, хотя, может, ему Руслан, конечно, помогает. А потом мама помогает Руслану. Во, думаю так, да. Это еще мама. А что с ней-то? Ну, такое чувство, как будто бы, знаешь, она меня предала или как будто вообще отказалась от меня. Ну, ей поставили выбор, там, либо твоя дочка, да, либо Руслан. И вот, ну, у меня такое чувство, и она такая, ну, Руслан. Ну, все-таки, знаешь, Настя, лучше не лезь. Мне нравится, что Полина всегда смотрит на Настю вот так, типа. Так, типа. У тебя есть своя личная жизнь. Нет, я понимаю, ну, но... Вот, у нее тоже надо строить себя. Несмотря на то, что Полина не совсем разделяет мое мнение, но поговорив с ней, мне стало легче. Эта встреча хоть какое-то разнообразие в моей жизни. Мы с Полиной решили еще немного времени провести вместе. Пошли в торговый центр. Я не... В торговик. Много развеялась и в хорошем настроении шла домой, не представляя, что меня там ждет. Ну что, ребят, я думаю, что я много комментировать сейчас не буду, поэтому я предлагаю просто максимально сильно расслабиться, посмотреть сейчас то, что будет происходить, оглянуться вот так вот по сторонам и сказать, как же я прекрасно живу эту жизнь. Поехали. Где ты была? Спали. Где ты была? С кем ты была? Я. Эти песни пел, разным дурам пел. Блины. Я тебе сказал сидеть дома. Асад, я пошла один раз погуляла, да что вы там такого? Да я откуда вас знаю? С кем ты там? С Полиной. В чем проблема? Просто посидеть дома и делать... Сейчас, секунду. В чем проблема? Просто посидеть дома всю жизнь. Делать то, что я хочу. Приготовить. Постирать. Асад, я не буду так постоянно делать. Будешь. Блядь. Что ты вообще голос повышаешь на меня? Я тебе сказал сидеть дома. И ты будешь делать то, что я захочу. И то, что я скажу тебе. Не буду. Будешь, Настя. Ты меня поняла? Ты будешь. Это просто перфекто. Асад, если ты сейчас же не отпустишь мою руку... Не отпущу. Я тебя повторю последний раз. Не отпустишь мою руку, я уйду. Уходи. Да уйду. Тогда я, ну... Это просто гениальное решение. Это просто это лучший тайминг этого шоу. В его глазах увидела столько злости, столько гнева какого-то. Ну, такое впечатление, как будто у него главная мысль была мне просто убить. Я Асада таким раньше никогда не видела. Столько агрессии и злости какой-то. Мне страшно. Казалось, вот-вот он меня ударит. Я поняла, надо бежать. Ну, удивительно, что еще не держал ее. То есть как-то отпустил спокойно и все. Фасад, ждем извинений буквально через пару дней. Но куда идти? Не знаю. К маме не хочу из-за Руслана. Единственное, кто у меня есть, это Полина. Алло, Полин, я с Асадом поругалась. А можно я до тебя приду? Полина сказала, что ее родители как раз на даче, и я могу пожить у нее. Не знаю, что бы я без нее делала.
Уже 2 недели я живу у Полины. Я попросила ее позвонить моей маме. Нормально там родители. Просто свалили на год. Маме и сказать, где я. Потому что сама разговаривать ни с кем не хочу. Мне так плохо. Ощущение, что это точка в наших с Асадом отношениях. Найс, будешь чай? Че ты всю неделю подряд валяешься, не переодеваешься, все разбросала тут? И что? И то. Ты знаешь, что я рассталась с Асадом. Что мне... Ты меня добиваешь. Посмотри на себя, ты красивая, молодая. Вся вся жизнь впереди, найдешь еще лучше. Красивая, молодая, с пузом, а потом с ребенком. Надо взять себя в руки, Настя. Полин, я пыталась. Не получается. Значит, плохо пыталась. Давай, вставай, одевайся, пойдем прогуляемся. Не хочу. Одевайся, пошли, давай. Да не хочу, попросила, отстань. Сейчас Полина такая. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Мне страшно от одной мысли, что я останусь с ребенком одна. На что мы будем жить и где? Думаю, что зря я ушла от Асада. Может, он просто переживал за меня и сорвал. Да, все классические синдромы в одном видео, ребята. Возможно, он просто переживал и... Да и все. В целом я бы ничего не добавлял. Да, скорее всего, он просто переживал. А сейчас уже 2 недели не пишет и не звонит. Да и знает ли он вообще, где я? Здрасте. Привет. Пошли туда, там поговорим. Что случилось? А с Настей поругались вот. И? Она собрала вещи и ушла. В смысле поругались? Что ты натворил? Обычная ссора вроде бы. Ну, от обычной ссоры чемоданы не собирают, согласись. Согласен. Я не знаю, что делать. После там некоторое время я подумал, пожалел там, что я так поступил. Что потрепал сильно ее за плечо. Я не прав в этой ситуации. Вот я хотел вас спросить, где она сейчас. Ну как это? Ты не знаешь, где моя дочь. Я не понимаю. Может, вы знаете, где она? Она у Полины. Так что иди туда. Я не знаю, разговаривай с ней, извиняйся. Я не знаю, что ты натворил. Потому что это точно не просто так. Просто так не уходит. Я понял, что даже если мы ругаемся, я с ней очень счастлив. Я подумал, лучше то, что она пускай не готовит, там не стирает, я как-то ее научу к этому. Я вот думал сейчас, типа, ну пускай она не готовит, не стирает, ну хорошо, пусть занимается своими какими-то делами. Мы как-то, не знаю, найдем какие-то пути решения. Что говорит наш фасад? Я не знаю, зачем я это дублирую, все слышали, просто хочется это еще раз. Ну пусть она не готовит, не убирает. Я ее научу! Это очень умно. Это умно, и это будет работать. Дайте просто мне время, мне и фасад. Лучше я пойду извинюсь. Главное, что я с ней счастлив. Настя! Настюш! Настя! Настя, любимая, прости меня, пожалуйста. Я хочу извиниться перед тобой. Спускайся, пожалуйста, ко мне. Поговорим. Когда я увидела Асада с цветами, я была так рада, что забыла обо всем, что он натворил. Главное, что он пришел, и ему не все равно на меня и нашу дочку. Настя, прости меня, пожалуйста, за все. Я больше тебя никогда не обижу. И я тебя очень сильно люблю. Я прошу тебя, чтобы ты ко мне вернулась. И жила со мной. Ты обещаешь, что больше ты не сделаешь? 100% больше ничего не будет. Это и разовая ситуация была абсолютно. Я обещаю, больше так никогда не поступлю. Я даю тебе слово, мужчина. Я очень сильно тебя люблю. У тебя тоже. Я надеюсь, что Асад изменится. Да-да-да, самое главное здесь надежды. Они помогают очень сильно. И у нас, ну, опять что-то получится. Куда собираешься? К Асаду. Я с Асадом помирилась. Ты нормальная, походу. Дурочка или чё? Блин, я люблю его. Он любит меня. У нас будет скоро чудесный малыш. У нас все будет хорошо. Ты это только себе в голове придумала. Все, хватит, а? Достала со своей нотацией. Просто сама, Настя, потом не пожалей. Ты пожалеешь. Ну пожалей, пожалей. Это будет моей ошибкой, не твоей же. Все, не приходи сюда, давай. Удачи. Без проблем. Ага, давай, достанем.
Ну, я хочу... А оператора-то еще не выпустили, он дома остался у Полины. Уберечь ее. Она моя подруга, я не хочу, чтобы он ей причинял боль. А, Полин, на будущее нет смысла. Просто отпускай это как есть, так есть. Без шуток. Это вообще абсолютно нерабочая схема. Ты не понимаешь, все будет то... Она и не поймет. Мне вообще абсолютно бессмысленно что-то доказывать и объяснять людям. Вот в таких ситуациях. Просто абсолютно бессмысленно. Боль, чтобы у нее все хорошо было в жизни. Я вернулась жить к Асаду с уверенностью, что теперь у нас точно все будет хорошо. Я живу с нового Асада. Он действительно изменился и не достает меня уборкой по дому. А вот его мама относится ко мне, как раньше, считает меня прислугой в их квартире. Настя, я сейчас иду по делам. Ти, вставай. Мне нравится ти. Ну, типа чай. Это вырезать? И убирайся дома, и стирку делай. И вот тебе списка. Сходи в магазин и продукты сделай. Так я же не успею. Как не успеешь? Ну я же тогда ночью буду убираться и за продуктами бегать. И Асад придет, и все равно будет все не готово. Мы как-то все успевали. Молодцы, я очень сильно рад за вас. Вот как-то Анастасия не успевает. Я тоже ходила со животами. Стирала, убирала и не жаловался. У нас не говорят, вот иди ты это делай, иди это делай. Если она сама женщина себя чувствует, она сама должна делать это. Стиральную машинку Асад так и не купил. Ведь все решает в их семье мама. А она против. Говорит, лучше деньги на ребенка потом потратить. Я так жить больше не хочу. Жду, когда Асад придет с работы, чтобы... Да, здоровье-то потом можно будет купить, а вот машинка, нахуй. Я... Тут я даже, наверное, все-таки соглашусь с мамой. Машинка подождет. Говорить с ним о переезде. И плевать... Бля, какой это все пиздец. Просто я реально уже не знаю, что здесь говорить. Типа, каждая сцена хуже предыдущей. Просто что дальше? Вот что здесь будет дальше? Плевать на их традиции. Ну, типа, они точно будут сраться. Это прям железно. Я готов поставить любую сумму. Типа, ничего из этого хорошего не будет. Просто вот чем они еще удивят? Младший сын должен жить с мамой. Но когда Асад пришел домой, у него для меня тоже была новость. Настя. Хочу кое-что тебе сказать. Ты обрадуешься или нет, не знаю. Моя мама уезжает в Узбекистан на несколько недель по делам. Что случилось? Да, у нее там документы какие-то надо сделать. Нет, ну это, конечно, плохо, то, что ну, она уезжает. По лицу видно, что это реально пиздец как плохо. Чего ты улыбаешься? Ну, потому что плохо, блин. Мама уезжает. Блин, как жаль, что она уезжает в Узбекистан на 2 недели. Блин, жалко, что так много. У меня просто настроение хорошее. Не потому, что твоя мама уезжает. Я так и понял. Ну, правда. Конечно, я счастлива, что мы сможем наконец-то побыть с Асадом вдвоем. И никто не будет мной командовать. Да и вообще, кажется, что все налаживается. С мамой начала больше общаться. Ведь благодаря ей я и помирилась с Асадом. Теперь раз в неделю хожу к ней в гости. Но при виде Руслана настроение все равно портится. Настя, что у тебя с настроением опять? Что происходит? Меня просто все бесит. Ну, наверное, потому что ты беременна. Мам, не только поэтому. Ну, а почему? Ну, потому что Руслан справа. Ё-моё, блин. Ну, ты прекрасно знаешь. Но он уже никуда и не уйдет. Почему это? Да, я рекомендую прям при Руслане, вот, когда он между вами, обсуждать вот это. Причем, знаете, так завуалировано. Ты понимаешь прекрасно, про что я. Так он уже никуда не уйдет, и Руслан такой... Заеб... Потому что она беременна. Что? Потому что она беременна. Это шутка. Нет, это серьезно. Мам, я понять не могу, ты прикалываешься? Какая у тебя неделя, месяц? 11 недель. А что вообще, ты как к этому относишься? Я рад. Замечательно. Когда... Лена пришла ко мне. Бля, мне нравится, что, знаете, просто идет передача, все хорошо, но тут есть еще Руслан. Парень мамы Насти. Просто вот посмотрите на секунду. Вот это Руслан с футболкой «Русия». Бля, это шедевральный выпуск, я считаю. И сказала о беременности. Я был очень рад и
на седьмом небе от счастья был. Будем воспитывать, будем содержать, все будет хорошо. Я все для этого сделаю. Вы адекватные? В смысле? Куда? Чего куда? Что значит куда? Куда? Ну... Ну? Ну ладно, ну, я... В чем разница, скажи, пожалуйста. Сейчас такое чувство, как будто меня променяли на кого-то. Это, ну, это ненормально. Ты куда пошла? Мне обидно то, что Настя именно так отреагировала. Я ожидала немного другой реакции. Не восторга, конечно, но хотя бы... Здесь проблема в том, что Насте просто не нравится Руслан, и потом она начинает уже, мне кажется, что-то выдумывать. Потому что я уверен, если бы был вместо Руслана какой-нибудь там Олег, 43 года, и был бы ребенок, вряд ли она бы такая: «Куда? Меня променяли, и что?» Я думаю, что здесь какая-то просто неприязнь к Руслану, но это лишь мои догадки. Какой-то поддержки, а не так, что вот она прям вылила на меня вот этот весь свой негатив и просто развернулась и ушла. Пока. Успокойся. Все будет хорошо. Мне не понравилась ситуация, в которой Настя психанула и ушла. Я считаю, что неправильно. Могла бы тоже порадоваться за то, что у нее будет брат или сестра. Пускай ко мне отношение плохое. Пускай, допустим, ненавидит меня, а мама тут вообще как бы ни при чем. Руслан в 19 лет уже как будто, знаете, максимально опытный парень, прошедший жизнь такой. Я все понимаю, но пусть на меня обидится. Я приму на себя удар, без проблем. Но че мамку-то не поддержать? Ну ё-моё, бля. Я в шоке. У моей мамы будет еще ребенок. Я не хочу в это верить. Ощущение, что сейчас она меня бросила, как когда-то бросила моего брата Сашку. Сплавила его к отцу, чтобы построить свою личную жизнь. В тот момент, ну, я почувствовала предательство от мамы, потому что мне нужна была ее поддержка, помощь. Ну, мне эту поддержку какую-то не даешь, не помогаешь. А было бы маме 45, это получается неравный брак, беременна в 16 и беременна в 45. Вот это вообще просто самое главное трио в одном видео. Помогаешь, ты мне не защищаешь, ну, своего ребенка, и тут ты делаешь еще одного. Всю неделю я была сама не своя. Я не хочу больше ни видеть, ни слышать о маминой новой семье. А вот она, наоборот, звонит мне каждый день, но я не беру трубку. Асад! Какое-то, смотрите, блюдо новое там, да? Если не ошибаюсь, или нет? Чё, кто звонил? Звонил, мама звонила. А, с ней общалась? Чё, как она? Садника. Ну что случилось? Ничего, Сад, она звонит и звонит. Она свой выбор сделала. Я свой тоже. Все, хватит. Не надо быть такой категоричной к своей маме. Это несправедливо. Как я должна к ней относиться? Она взяла, просто предала меня. На малолетку променяла, а теперь еще и ребенок уже. Такая обида, что мне не хотелось ей ни звонить, ни писать, ничего. Абонент, мне нужно не дать проблему. Так и не берет? Нет. Была сегодня на УЗИ. Почему мне ничего не сказала? Я бы с тобой пошел. Знаешь, я уже сомневаюсь по поводу, стоит оставлять ребенка или нет. Я боюсь, что это окончательно рассорит меня с ней. В смысле? Ты нормальная вообще? Ну, ты же видишь, как она относится, в принципе, к тебе, к нашим отношениям. Я просто бы взял вот всех этих участников шоу, кроме Руслана, наверное, и Жорика, и, блядь, к психологу, закрыл бы их в комнате и сказал: вот, посидите с ними год. Это просто какой-то кошмар. То есть она подумает... Просто выпуск депрессии. Что я... Депрессии и каких-то вообще невероятно глупых мыслей. Отказалась от нее и решила, не знаю, заменить ее другим ребенком, что она мне уже не нужна. Я настолько уже устала от всего происходящего, то, что там Настя там так реагирует на Руслана. Ну, как бы я считала, что вот, ну, вот это решение проблемы. Дабы не создать еще больше конфликт со своей дочкой. Я поговорю с ней. Я поговорю, все будет хорошо у нас. Как бы хуже не было. Мне нравится, что всегда концовка такая, типа: иди сюда. Тихо-тихо-тихо.
что отвлекает меня от мысли о маме, это ребенок. Сегодня у Асады выходной, и мы идем на УЗИ, чтобы проверить, все ли хорошо с нашей малышкой. Головкой плод расположен вниз. Угу. Можем прослушать сердцебиение. А как там малыш? Малыш развивается хорошо. Сейчас он такой. Точно девочка, да? Позвоночник, сердечко. Вот а какой пол малыша? Ебать! Все, я уже не знаю, как это все комментировать, блин. Это ножки, это попочка, а вот между ножек. Похоже на девочку. До сих пор я верю и продолжаю верить, что... Да, продолжай верить. Когда родится, тоже спроси, кто там. И трусы сними, проверь, на всякий случай. Мало ли, все-таки там что-то болтается, и все, мы выиграли. Мальчик. У меня будет мальчик. И несмотря на УЗИ... Ну, короче, у меня будет мальчик, и все. Да, так и будет. Мысли материальны. Молодец, Фасад. Все? Да. Помоги мне встать теперь. Пусть Асад верит во что угодно, но у нас будет доченька, и пора бы ей уже вещи подбирать. На следующий день, пока Асад был на работе, я решила, что вплотную займусь подготовкой... Во, 350 тысяч рублей? Этот Асад... Это что, блядь? Что за коляски она смотрит? Подождите, это я дебил, что ли? Ну это 350 тысяч рублей же, да, на стоп-кадре? 349, 990, 350... И тут вдруг затеснулось... 7999, это что? К рождению малыша, но вдруг... Привет, могу войти? Ну, заходи. Я пришел поговорить. О чем? О маме. Я могу пройти? Ну, проходи. Я вообще не понимаю, зачем он пришел, и не хочу с ним разговаривать. Ну, что-то одну трубку не берешь. Ну, а почему я должна брать? Ну, ты понимаешь, что она задумывается об аборте? Из-за того, что вот у вас такой контакт к отношениям. Ну, может, у нее и ума хватит его все-таки сделать, а не от тебя рожать. Что ты вообще имеешь против меня в наших отношениях? Ты меня просто бесишь. Просто что мы слушаем с вами, ребята? А вообще с тобой чокнулась. Она забила на семью и на все остальное. И вообще, я понятия... Просто стоит 16-летний ребенок с ребенком и объясняет ребенку, что нужно делать аборт другого ребенка, потому что мама променяла одного ребенка на другого ребенка. Блять, это просто... Ебать, это у меня отсутствие мозга будет в конце серии. Я не могу. Какая тебе разница? В смысле, какая? Че ты лезешь в наши с ней отношения? Ну, вообще-то, это моя любимая женщина. Я хочу все наладить. Хочешь наладить? Без проблем, собери чемодан... Уходи из ее жизни, в принципе, из нашей, и тогда все будет классно. Какой ужас! Ну, ты понимаешь, это бред. Привет. Так ты что здесь делаешь? Че, что ли? Пошел на выход быстро. Все, ребят, я, ну... Я не поняла, что произошло. Асад как будто с цепи сорвался. Мне стало страшно. Ты что делаешь? Я не понял. Что он тут делает? Что, вообще что ли? Он пришел поговорить насчет мамы. Я его больше здесь, дома, так не видел. Так он сам пришел. Мне что, его там надо было оставить? Я все сказал. Я не понимаю, почему Асад меня ревнует к Насте. Это ревность беспочвенна, потому что... Ну... Руслан, твои конструктивные комментарии здесь, к сожалению, на... не нужны, потому что они просто не сработают. Вот. Это вот так. Это надо просто принять. Это фасад. Любой мужской пол, который заступил на дом, получает сразу же автоматически в бубен. Ему дается вот так вот фаш, блядь, и вот так вот ногами вперед его выносят из дома. Все. Это так. Ну, как бы, Настя мне в плане отношений вообще не интересна. Пускай Настя с Садом разберутся в своих отношениях сначала. Я хоть и сама недолюбливаю Руслана, но то, как поступил с ним Асад, вообще выходит за рамки. Я пошла за Асадом, чтобы поговорить, но вместо разговора получила пощечину. Насморк у меня, видите? Угу. Мы очень сильно поругались, просто дал лещину один раз и все.
Девчонки, ну по сути, вот хотелось сейчас меня его осудить, но потому что любое рукоприкладство, я искренне считаю, не потому что я блогер и говорю на большую аудиторию, любое рукоприкладство, причем для меня реально с любой стороны, это, ну, это низкая хуйня какая-то. Но я вот хотел это сказать, а потом задумался, это же просто лещина. Да? Мы очень сильно поругались, просто дал лещину один раз и все. А, ну видите, да, ладно, один раз лещина и все, это еще более-менее. Вот, я-то просто думал, там прям, ну, нормально вложился, а так это нормально. Угу. И все из-за ревности к Руслану. Да бред какой-то. Вместо того, чтобы извиниться, Асад молча развернулся и ушел. А я снова пошла собирать вещи. Такого отношения к себе я не потерплю. Внутри у меня как будто бы меня предал, наверное, весь мир. В тот момент я не знала, куда мне идти, но долго думать не пришлось. Сильно начал болеть живот. Я вызвала скорую и поехала в больницу. По дороге я написала маме и Асаду. Меня положили на сохранение. Оказалось, у меня угроза прерывания беременности. Будь хоть один выпуск без вот этих вот угрозы прерывания беременности. Просто что за уебаны? Боюсь потерять малыша, и мне очень страшно. Привет. Как ты, Настя? Нормально. Как самочувствие? Нормально. Я пришел сюда извиниться перед тобой, то что я так с тобой поступил. А как поступил-то, я не понял. Извинись за Руслана, то, что лещину дал, ну, дал и дал, просто лещину и все, сам же сказал, ничего страшного. И я очень сильно жалею. Я-то прощу. А с ребенком что? Я правда не хотел навредить нашему ребенку. Ребенок может умереть. Ты этого не понимаешь. Если я потеряю ребенка, я тебе этого никогда не прощу. Я понимаю, Настя. Прости меня за все, пожалуйста. Я просто верю ему и верю, ну, в то, что опять что-то получится. Вслед за Асадом пришла и моя мама. Я ей рассказала о случившемся еще по телефону. И она злая на Асад, что он так поступил. Я считаю, мужчина это тот, который никогда не тронет свою женщину, не поднимет на нее руку. Без разницы, как бы она его там ни выбесила. Ударь стенку. Пойди, сходи, я не знаю, купи грушу боксерскую от Калашмати. Выйди на улицу, мужику стукни. Во, да, просто какого-то прохожего стукнуть. Это реальное решение. Хороший пример. Женщину не трогай. Что вы будете делать? Я знаю, мы вот сейчас с Асадом буквально минут 5 назад разговаривали. Мы будем работать над отношениями. Главное, что он понял, что... А, главный работник над отношениями. Фасад сзади в халате стоит. Вот это просто работяга над отношениями. Он виноват. Ты правда что-то понял? Да, я понял. Ясно. Но зато родилось. Точно родилось. Беременна в 16, просто дал леща. Я сейчас прям наполненный, ребята. Ну все. Ты не рада? Рада я буду, когда ты родишь здорового ребенка. Она родит. Дай-то Бог. Мне было очень тепло, когда мама была рядом. Впервые за долгое время я почувствовала ее поддержку и поняла, что хочу как-то наладить с ней отношения. Когда меня выписали из больницы, тетя Гуля уже вернулась домой. Асад рассказал ей о том, что я была на сохранении, и она как-то поменяла ко мне отношения. Тетя Гуля, вам помочь? Нет, не надо. Тебе отдохнуть надо и смотри ребенку. Я сама делаю. Точно? Да, да, иди отдохни. Она теперь не достает меня домашними обязанностями, и у меня появилось свободное время. И единственное, что меня сейчас не устраивает, это перспектива наших с Асадом отношений. Пока я лежала в больнице, много думала о том, что не хочу всю жизнь жить. Во, я бы вот так вот ходил, как он, посмотрите, это просто идеально. Идешь, включил этот напор воздуха и просто... И идешь. Круто. Вот так, с мамой своего парня. Я решила поговорить об этом с Асадом. Я хочу жить раздельно, своей семьей. Я, ты и наш малыш. Зачем так все усложнять? Моя мама, наоборот, будет поддержкой, будет помогать нам. Да, поддержка реально чувствовалась все это время. Малышу будет помогать. Я понимаю, но я хочу, чтобы я была в доме одна хозяйка. Ой, Настя, хватит, а? В смысле хватит?
Смотри, какая хорошая погода. Я тебе на серьезную, блин, тему говорю. Ты мне про свою погоду. Да, просто насладимся друг другом, и все. У него даже нету желания у самого жить как-то отдельно. Вот он видит, ну, я с мамой, вот она там всегда приготовит покушать. Ему удобно то, что вот он на всем готовом, а тетя Гуля получает то, что она хочет. Вот она хочет, чтобы Асад постоянно рядом был, вот под ее крылом. Он и рядом. Я просто боюсь себе представить, что будет, когда родится... Эти очки еще у него просто байкер. Не хватает такого, знаете, чоппера и кожаной курточки. Ребенок. Ладно, сейчас тетя Гуля не наваливает на меня домашние обязанности, чтобы не навредить малышу. А потом что? Я уже не знаю, что делать, но пока остаюсь у Асада. Шестая неделя беременности началась для меня с ужаса. Теперь меня мучает токсикоз, которого не было раньше. И я каждые 5 минут бегаю в туалет. Боже, Настя, что с тобой происходит? Что я рыгаю. Что я первый раз вижу, что так много рыгали. Я что, виновата, что ли? Да, ты не должна рыгать. Я побежал на работу тогда. Выпей таблетку какую-нибудь. Но постоянная тошнота не самое страшное. Обещание Асада не вредить мне и ребенку надолго не хватило. После больницы месяц мы жили спокойно, а потом... Так, ну-ка, ну-ка, что произошло? Пожалуйста, выкладывайте. Он взялся за старое. А чего ты лежишь, я не понял. В смысле? Где еда приготовлена, где убрана, где постирана? Я что, кухарка или посудомойка, или что? Ты женщина. Это твоя обязанность. А значит, кухарка и посудомойка. Ты сидишь дома, ты должна готовить. Асад, я тоже устаю. У меня болит живот. Настя, я иду в душ, чтобы когда я вышел, еда была на столе. Я уж не могу, когда это закончится. Тетя Гуля сейчас задерживается на работе допоздна, и мне приходится вставать и делать все по дому, чтобы не злить Асада. Ей порой лень. Порой хочется полежать ей. Вот. И мне это как бы клацает, бесит, когда я прихожу домой. Утром, когда я сказал прибрать, до вечера это можно сделать, конечно. Но это, этого не сделал. Да, можно просто искусственный интеллект вместо фасада посадить, вписать одни и те же выражения, только чтобы разные формулировки были через какой-нибудь чат GPT и все. В целом, вот ничего нового. Абсолютно всегда вот это вот угрюмое лицо, супер спокойный голосок, он же как бы на синхроне-то он. Простой мальчик, который такой, я вроде ничего сложного не прошу, просто дал леща и все. А еще меня не покидает мысль о том, чтобы жить отдельно, своей семьей, и я снова подняла эту тему с Асадом. Если ты предлагаешь переехать, я не могу, у меня в семье принято не оставлять там, знаешь, свою маму. Ты знал то, что я русская девушка? Ты знал, на что ты идешь? Настя, ты тоже знала, что я не русский парень. Ты тоже знал, на что ты идешь. Я тебе сказал, у меня у мамы нету мужчины. Так как я в семье младший, я должен с ней жить. Я не считаю, что он как-то кинет свою маму или забудет про нее. Видишь, ты с ней хоть каждый день без проблем. Он это воспринимает так, как будто бы он ее кинет. Я от этого устала. Когда мы только начинали встречаться, я и подумать не могла, что все обернется именно так, что мои слова в этой семье ничего не значат, и все должно быть только так, как хочет Асад. Настя терпит такое отношение, потому что у нее чувство к Асаду. Но при всем при этом она здраво понимает, что ничего не получается, а тот мужчина, с кем она решила связать свою жизнь, это не ее мужчина и не ее судьба. Неожиданно на 36-й неделе у меня ночью начал сильно болеть живот. Так колет живот, будто бы в него тыкают иголочками без остановки. Я такой боли никогда не чувствовала. Я подумала, что это схватки. Быстро разбудила тетю Гулю и Асада. Он вызвал такси, и мы помчались в роддом в Москву. Я так сильно переживала, что решила доверить свою жизнь и жизнь... А в роддом в Москву? А сколько там ехать? Ну, наверное, типа не 15, 20, 30, 40 минут. С дочкой, только столичным врачам. У меня шли схватки, я боялась то, что все. Ну, нам еще ехать, ухо-хо, сколько. И, ну, а вдруг я сейчас уже рожать начну?
тот момент я переживал и вспоминал то, что я делал плохо для нее. И молился, чтобы все с ней было хорошо. По дороге Асад держал меня за... Это просто такое, даже, знаете, немного крипово выглядит. То есть какое-то, знаете, раздвоение личности, какой-то фильм «Сплит». То есть вот он что-то делает, потом сидит. Я переживал за то, что я делаю. И делает все это, это просто какой-то замкнутый круг. За руку и засекал интервал схваток. Я попросила его написать моей маме, что мы едем в Москву. Мне написал Асад, скинул мне скриншот, интервал схваток. Говорит, она рожает? Я говорю, да, она рожает. Мне было так больно и так страшно. Успокаивало лишь то, что Асад рядом. Мы домчались в Москву очень быстро. Я думала, что он будет со мной в больнице, но его не пустили, не было флюорографии. И я осталась одна с этой жуткой болью. В больнице у меня сразу отошли воды, а боль уже была невыносимой. У меня такое чувство, как будто бы у меня в животе ежик. Даже не один, а их, наверное, штук 10, которые там бегают и не знают, ну, куда нам деваться, куда нам залезть, заползти. Ну, и вообще хочется просто так вот взять, оторвать живот и все. Алло. Ну, хоть так ты будешь рядом. Я больше не могу. Скажите честно, вы бы хотели, чтобы вам когда-нибудь позвонили при схватках? Напишите обязательно об этом в комментариях, да или нет. Если да, то почему? Если нет, можете не объяснять. Тебе врачи не сказали, на сколько раскрытие? На 4 что-то там. Держись, еще один и все, будешь рожать. Асад был тоже со мной на связи и поддерживал как мог. Был самый страшный день в моей жизни. Я боялся, что с ребенком или с Настей что-то случится. Я орала на всех, кричала, рычала и ничего не хотела делать. Мне просто было больно. Мне казалось, самое мучительное — это схватки. Но когда врачи сказали, что пора рожать, я даже не представляла, какой ад меня ждет. Держи, 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 не бросай, не бросай, не бросай. Здравствуй, что когда дышишь, прям... Я не могу! Блин! Пожалуйста, да сделайте вы что-нибудь другое, хорошо? Кесарево. Ну какой кесарево, голова вся здесь, как мы его оттуда достали? Как? Мне было адски больно, я хотела, чтобы с меня это быстрее... Какой кесарево, голова уже тут. Вытащили. Не знаю, что в этом смешного. На тот момент у меня отключился мозг, что это ребенок, что мне нужно тужиться, что это, ну, мое же счастье, это для меня же в пользу. Но когда я услышала, что моей дочке больно, я поняла, что не смогу себе простить, если с ней что-то случится. Поэтому я собрала все силы в кулак и начала нормально тужиться. Фу. Умница. Смотри на ляльку. Я не могла поверить, что смогла. И вот она рядом со мной, моя доченька. А то, что она такая маленькая. Твоя Айгюль. Честный ляльк, она просто не доросла. Давай мы с тобой половинку пересечем сейчас, ты нам будешь помогать. А если я ей больно сделаю? Там нет нервных окончаний. Держи, будешь пересекать половинку. А ему? Ему? Настя, смотри, зайка, кого ты родила? Кого Настя родила громко? Мальчик. На всех УЗИ девочка, а... Чего, блядь? Это что такое? Че, визуализация работает, что ли, у Фасада? Бля, может, я что-то лишнего сказал? Фасад, я только с уважением к тебе. А тут мальчик. Я же вижу, что это мое. Это не... Нормальные там бубенцы висят, аж этот блюр наложили. Амир. Понятно, кто выбирал имя? Конечно же, Настя. Малыша забрали в больницу для недоношенных деток. А я находилась в другом медучреждении. Сына можно было проведать только пару раз в неделю. Асад и мама хотели приехать, но я сказала, что не нужно. В больнице для недоношенных все очень строго, и туда пускают только мам. Меня подпускали к нему, ну, там, ручки сувать и кормить.
с бутылочки. Я ждала выписки уже, ну вот, когда я уже попаду домой, уже хочется отдохнуть от всего этого. И через 10 дней меня выписали. Я забрала сына, и мы счастливые поехали на такси домой. После больницы мы с сыном вернулись к Асаду. За время, что меня не было, Асад и его мама подготовили все к появлению Амира. И я была приятно удивлена. Они купили коляску, кровать, вот ту за 350 тысяч, кладку детских вещей. И теперь наша комната изменилась, как и изменилась моя жизнь с появлением сына. Слава богу, он не кричит 24/7. У него такой режим, то что вот каждые 3 часа мы кричим. 3 часа прошло, надо покричать, покушать. И потом точно так же. Я кормлю Амира смесью, так как молоко у меня пропало. Когда я его родила, ну, мне его приложили к груди, и все. Как бы из-за того, что вот он недоношенный, ну, его же в бокс положили. Единственное, что я там делала, это вот так вот к нему руки засовывала. Молоко я не сцеживала, ничего, и, естественно, вот оно перегорело. Если честно, я думала, что Асад не будет мне помогать с сыном. Но я же не все их традиции знаю. Вдруг у них так не принято, чтобы мужчины меняли подгузники или кормили малыша. Но я была приятно удивлена, когда Асад проявлял инициативу что-то сделать сам и помочь мне. А, ну он получается на самом деле хороший, Фасад. Может, я реально говорю, зря все наговорил. Ой. Так чуть-чуть. Где булочки? Вот тут вот сбоку. Смотри. Хватит трогать его колокольчики-бубенчики. Боже ты мой, а. У меня взгляды на жизнь поменялись. И я понял то, что я буду максимально стараться и все буду делать, чтобы у ребенка моего было все. Смотри и запоминай. Открываешь памперс, поднимаешь ножки, вот так вот ложишь под него. Дальше на сам. Вот ему не нравится то, что ты его одеваешь. Ему всегда. Спасибо. Пукнул, да? Ну, меня здесь... Он тебе отомстил, что ты его так тепло одеваешь. Когда Асад уходит на работу, мне помогает тетя Гуля. Дай мне, даже не умеешь кормить нормально ребенка. Ой, блядь, я уже забыл про нее. Надо держать вот так. Вот, головку надо держать. Так я же держала головку. Ты неправильно держала. Посмотрим. Когда Асад уходит на работу, мне помогает тетя Гуля. Она держит головку, придерживает тело, держит бутылку, смотрит за тем, что происходит. Гуля. Дай мне, даже не умеешь кормить нормально ребенку. Надо держать вот так. Вот, головку надо держать. Так я же держу. Во-о-о, жестко изменилось. Посмотрите фотографию, как держала Настя и как держит мама Фасада. Это вообще колоссально другая техника. Брала головку. Ты неправильно держала. Волос надо убирать. Я убрала. Вообще-то надо убирать с заколки. Тетя Гуля, почему вы всегда так категоричны ко мне? Потому что ты не умеешь ничего. Но это же как первый муж, ребенок. Мужа кормить тоже не умеешь, ребенка тоже не умеешь кормить. Тетя Айгуль, вы разговариваете с 16-летней девочкой. Блять, как это можно не... Боже мой. Как будто, Настя, ты сама не хочешь это сделать. Я хочу. Если хочешь, постарайся. Если не успеешь, попроси у меня. Я тебе с ребенком помогу. Хорошо, тетя Гуль, я вас поняла. С тетей Гулей, конечно, сложно. Но сейчас мне любая помощь не помешает. Ведь ребенок — это тяжело. Больше от... А как там мама, расскажите, она вообще будет рожать, нет? От Русика. Ответственность упала на плечи. Несмотря на то, что там тебе 16 лет, ты несешь за него уже ответственность. Тебе его нужно встать с утра, очень рано утром покормить, когда ты сама уже, ну, такая вот только встала. Поменять тот же памперс. Очень много чего, ну, свалилось на плечи. И я не считаю это то, что это какой-то такой прям груз. Но лично для меня я это делаю в радость. Мама скоро увидит Амира, а отчиму сейчас покажу. Смотри, он спит. Ну, какая дядька. Как ты думаешь, похож на тебя? Как 2 капли воды. Мы к тебе приедем, как только сможем, ладно? Хорошо, давай. Давай, давай, люблю, целую. Я приехала к маме в гости. Руслан был на работе, и мне впервые стало грустно. Руслан все так же вот эту вот железку пытается сломать. Что я его не увижу. С рождением сына я как-то поменяла к нему отношение. Ведь вижу, что мама с ним счастлива, а я чувствую от нее поддержку.
Я на него смотрю, он вообще маленький. Ну, у меня нету чувств таких, что там это внук. Это вот что-то родное. Сколько он спал? В 5 проснулся, покормила, и потом вот все это время спал. Ну, хорошо, что он спокойный, но все равно тоже много спит, когда это тоже нехорошо. Чему? Ну, он тебе может перепутать день с ночью, и все. То есть днем он будет спать, ночью он будет гулять. Рядом мама, любимый парень. А вот уже и ребенок родился. Но... Я любимая теща забыла сказать. Точнее, не теща, а свекровь. Это счастье оказалось иллюзией. Каждым днем Асад становился каким-то холодным. Асад, может, хватит лазить в телефоне? Придурок. Он стал пост... Не-не-не, не надо говорить, что он стал. Он уже сказал ранее то, что он пересмотрел взгляды на жизнь, и сейчас вот он реально понял, что все, это моя семья, это ребенок, и я делал такие глупости. 5 месяцев не прошло. Постоянно висеть в телефоне. И я не понимала, в чем дело. А когда Асад пошел в душ, я взяла его телефон и увидела... Вчера было круто, ты классный, хочу тебя еще. Насколько же это, на самом деле неудивительно. Вот просто от слова совсем. Вот вообще неудивительно. Вот это типичный портрет парней, которые типа, ты че в облегающем? А сами... Делала переписку с девушкой. Он изменил мне, пока я была в больнице с Амиром. Круто, но ты все равно, я считаю, что надо его любить и верить, потому что мало ли что-то изменит. Мне хочется одновременно плакать и одновременно хочется придушить Асада и вот эту вот девочку. После всего этого они еще переписываются там такими фразами: «Я хочу тебя, я тебя тоже», там. Я с этой девушкой не спал. Мы с ней переписывались, и Настя... Она, наверное, хотела еще попереписываться, она имела в виду. Угу, понял, ладно, тогда принимается, тогда нормально. Ну, бывает, мало ли, я же не знаю, какой там контекст был сообщения. Думала, что я ей изменяю. И я понял то, что с ней бесполезно разговаривать. Она начнет сразу кричать, истерить. Асад все отрицал, но я приняла решение уйти и начала собирать вещи. Поехали, 3-й уход из дома. Так, все, взяли на карандаш, отлично. Я все прощаю, все терплю. Предел, я уже не могу. Асад даже не пытался меня остановить, как и тетя Гуля. Я собрала вещи и малого и уехала к маме. Ей я все рассказала. Она не донимала меня лишними вопросами и просто поддержала. Я хочу... дать ей понять, чтобы она сама увидела, что это не ее человек. Не потому, что я так говорю или я так считаю, а чтобы она сама поняла. Вы видели лицо мамы и Фасада, когда она уходила? И чтобы у нее... Просто похуй. Самой прошли чувства. Я просто вижу, что это не за горами. Что это уже к этому идет. На следующий день мама и Руслан были на работе, а мне было так плохо и хотелось с кем-то поговорить. Хоть Полина на меня и обижена, я написала ей обо всем, что произошло, а она предложила встретиться. Настя, успокойся. Надо плакать, пожалуйста. Да блин, просто мне обидно. Настя, я, блин, терпела. Мне, блин, все запрещают. Мне нельзя даже с тобой погулять. Ему можно со всеми общаться. Можно по дачам ездить, по всем остальным. Настя, ну ты понимала сама, на что ты идешь. И должна была думать. Когда тебе говорили в нужный момент, Настя, подумай. Да потому что я полюбила. Но все равно в нужный момент нужно было остановиться. И я приняла решение жить одна. Без него. Ты правильно приняла решение. Не знаю, в любом случае, я буду рядом. Спасибо тебе. Уже больше 2 недель мы с сыном живем с мамой, Русланом и Жориком. А Асаду я написала, чтобы он оставил меня в покое и не лез ни в мою жизнь, ни в жизнь Амира. Мне нравится, что я забыл, что существует просто Жорик. У Жорика вообще все хорошо. Он уроки делает, что-то там в школу ходит. Мне нужен этот ребенок. Что? В мою жизнь, ни в жизнь Амира. Мне нужен этот ребенок. Жди. С Настей у меня в дальнейшем ничего не получится. Настя. Да? А ты Асаду не звонила? Чего я ему буду звонить?
А он тебе? Нет. Ну, то есть это окончательно, да, точка? Да. Ну, расстались вы там, не расстались, а ребенок-то у него есть. Ты как бы тоже должна понимать, да, что ну, Руслан будет помогать, все, ну, у ребенка есть его же отец. Я не хочу, чтобы он что-то делал, еще там алименты, не алименты, нафиг оно надо. Ну, ребенка-то как-то надо содержать. Он растет. Ему ничего не надо. В ближайшее время не сможем работать ни ты, ни я. Все будет тянуть Руслан, но это тоже нереально. Я думаю, что Насте повезло, что у нее есть я, мама, что мы можем поддержать, помочь. Руслан какой-то, знаете, просто ультра-добрый чел. Мне даже сейчас как-то стало еще более обидно, когда я вспоминаю, как его этот фасад выгнал. Мы сможем пройти через это все. Мы вместе, а значит, мы сил. Мам, мы вернемся к этому разговору. Только вот в ближайшее время не грузи меня осадом. Я хочу поскорее забыть его и все, что из-за него пережила. Пускай дальше живет в свое удовольствие, а я как-то без него справлюсь. Ну я ж не могу ее заставить жить со мной, да, допустим? Говорил, можешь. Получается, нет. Получается, обманул нас всех. Если она хочет жить со своей мамой, пускай живет. Если она не собирается мне отдавать ребенка, но я буду помогать своему ребенку. Буду приезжать, если она даже не пустит. Мне все равно. Хорошее умозаключение, очень логичное и умное. Возможно, когда-то мы будем общаться ради Амира, но не сейчас. Пока у меня есть те, кто меня... Я бы, если честно, даже имя поменял, без шуток. Поддерживает мама, Руслан, отчим, мои братья и Полина. И с ними я чувствую себя в безопасности. Я хочу сказать всем девушкам, но это реально, это тяжело. Когда ты родила, ты понимаешь, что тебе его нужно чем-то покормить, во что-то переодеть, как чем-то искупать и где-то в чем-то уложить. И я считаю, что так рано беременеть лучше, ну, не стоит. Не знаю, вчера был вывод другой. Или позавчера, я не знаю, когда я эту серию выложу. В целом, было круто, ужасно депрессивно. Поэтому в очередной раз хочется сказать, обернитесь. Скорее всего, с вероятностью 90% у вас все потрясающе. Вот, если что-то плохое, работайте над этим, и все будет супер. Это банальный, но самый, наверное, самая правильная рекомендация. Спасибо большое. Целую вас, ценю, люблю. Участвуйте в розыгрыше мерча. Подписывайтесь на канал и ждите следующие ролики. Как с Москвы приеду, Настя. Снимаю. Все, ребят. Новогоднего настроения всем. Пока. Спасибо за просмотр. Пока.